Во время обысков в мэрии Кривого Рога никаких доказательств коррупционных действий или нарушений выявлено не было. Об этом заявили юристы мэрии. Напомню, вчера в здание вошли вооруженные люди и потребовали, чтобы чиновники покинули свои кабинеты. Это касалось сотрудников управления жилищного хозяйства и капстроительства. После этого представители фискальной службы и прокуратуры провели обыски, но ничего сенсационного не обнаружили. Впрочем, подобные действия с целью надавить на городскую власть разыгрываются уже не в первый раз, утверждает юрист мэрии. Вчера в Криворожском городском совете были настоящие маски-шоу. Вооруженные люди практически на целый день заблокировали работу органа местного самоуправления. Как они сами нам неофициально признались, они шли на удачу в надежде найти хоть что-нибудь. Но ничего так и не смогли найти. Это чистой воды политика. Это дело рассыпется и лопнет, как мыльный пузырь.